Итак, совершаем очередное преступление в этом селе. Это уже третье наше правонарушение. Только здесь. Печка, интересно. У ночи осеннего ветер на болоте сыщ старый кричит, а бранцы на покосы выбегая боса, да распуская косы, росой смывая слезы за очей. Ну, очень красочно. Вот такой нам тут домик показали. Вернее, не домик, а калитку, да? Скажешь, ну и домик. Ну, забор, который продолжается стенкой сарая или жилого помещения, да? А калитка с такой интересной аркой. А что надо сказать? Я скажу. Ага. Что это заброшенный колодец закрытый? И может быть там есть вход в катакомбы? Мы сейчас подошли к заброшенному закрытому колодцу. И может быть там есть вход в катакомбы. Вот я так понимаю, его завалили плитами, перекрыли. Тут было большое такое квадратное шея. Может, он и засыпан, да? Сейчас уже не живут, не без воды, но как будто бы отсюда был вход. И одну легенду мне рассказывали, что прямо отсюда шли аж по Рубеевскому лиману по этим ходам, якобы во время войны. Блин, ну это как-то ведра, то рельефно. Есть тут что-то? Нет, или уже все вырыли, засыпали? Не, ну тут и комбы могли быть. Там есть, да, ход какой-то. А это колодец, да, говорит? Ну да. Ну да, колодца, похоже, круглая, так, из ракушника. А выложено, да? Да. По стенкам. Будешь смотреть, да? Похоже, то ли колодец, то ли просто даже как спуск в подвал тоже. Может, как подвал, вот как куда мы ходили, похоже. Ну, говорят, колодец... Там просто мусора полно. Ну, засыпали, да, чтобы не было. Бутылки и камни, и все. Ну, стенки есть, да, из ракушника выложены. Mm-hmm. По бокам. Ну, вот, из колодца были хода в штольни, ну, я сам, да, видел такие колодцы, да. Просто... Это бывший детский садик, да? Угу. Жилище дьяка. Угу. До этого. До того, как детский садик был, это было жилище дьяка. Давайте посмотрим, что тут интересно. Вот такие однотипные комнатки, которые уже похожи на какие-то. Детская комната есть. Действительно.
много костей животных валяется разбросано. Попробую выйти через дверь. Походу она открыта. Вот он. О, печка или что? Вот такая очень интересная печка тут старинная. Видимо, была когда-то. Вот, смотрите. Посмотрите на это. Можно провалиться там стекло. Пол вообще никакой. Вот она. Такая печечка. Камни, кстати. Посмотрим. Ну, клейма никакого нету на них. Вот такой зданица. Опа! Не ждали? Слушай, а с той стороны двери старые, а с этой? А, не такие. Шо? Идем через... Ничего там, только печка. Дима говорит, что это здание советское, скорее всего. И печка тоже советская. Может быть, здесь был участок, где стоял этот дом, в котором жил дядя. Просто на этом участке потом построили. А вообще похоже, как вот это, как в детском лагере, да? Ну да. А вот это ворота дальше. Да. Это интересно. Ну, ворота видно, что были действительно капитальные и вроде как старинные. Да. А дом выглядит. Ну хотя вот печка единственная, что я не знаю. Ну, в 50-е годы тоже ставили. А, ну тогда все. Нету таблички? Посмотрим. Я что не помню. Окошко есть заглянуть. А туда было. Внутри как колодец как будто. Вот. Историческое здание водокачки. Ну, насосы какие-то стояли. То есть это, ну, просто бег в состоянии. Мы сейчас на железнодорожной станции Дачно. Вот. Ходим, смотрим. Только что вы видели водокачку. К ней Дима говорит, по всей видимости, подъезжали паровоз, опускали какой-то шланг туда и закачивали воду. Там что-то внутри типа колодца, я вам показал, похоже есть. Такой интересный домик старенький возле переезда. Там видна дата 1909 год.
просимся зайти в какой-то старый двор. Там говорят, интересный старый домик есть. Я работаю учителем в дачинской школе, и мы интересуемся историей нашего села. И мне рассказали люди, которые давно здесь живут, что вот этот вот дом очень-очень старинный. Можно мы его посмотрим? Прошу. А вы нам расскажете вот это вот... Это еще 19 век здание. Это, насколько я знаю, это начало 20 века. Значит, вот этого всего не было. Вот это, вот где колонны, видите, колонны? Это была веранда. Ага. Вот, это мы пристроили. Вот видно, что внутри колонна идет вот в окне. Да. Внутри колонны? Ага. Внутри колонны, знаете. Ага. Это так, как было? Да. Можно кто-то сделать? Конечно. Вот для... Драйв-история, мы просто хотим сохранить все старинные здания, вот в каком виде они сейчас есть, потому что они разрушаются, перестраиваются, и историю забывают. Крылечко такое, нет? А кому принадлежало изначально, вы знаете? Ну, это была, очевидно, дача чья-то. Потом здесь была больница. Вот. В той комнате, вот эта комната, здесь. Ну, все это было несколько иначе. Здесь было то же самое, было окно. То есть вот это была веранда, а это был... Это было здание, дом. Угу. И вот в этой комнате, и вход оттуда, жила главный врач Галина Павловна Свидзинская. Вот сейчас ее сын живет по соседству. В этом же доме, только с другой стороны? Нет, нет, нет. В другом участке. Рядом, рядом дом. А пещей старинных здесь не сохранилось? Что печь старинная? Грубка. Ну, разве что вот это, идите сюда. Вот это все. Да, это выход печи. Ну, эти колонны, это шикарно, красиво. Впечатляют такие. Ух, красота. Ну, мы решили их сохранить. Это очень важно, да. Мы попробуем найти в архивах, кому здание принадлежало раньше, кто его построил. Если найдем, да, тогда но здесь мы... здесь было несколько, по-моему, 7 или 5 дач. Угу. И вообще вот та вот, вот эта сторона, по эту сторону железной дороги, это давали землю, так сказать, людям, выписанным из сумасшедшего дома. Ох! Со Слободки, да. Серьезно? Которые, да, излечились, им давали здесь участки, и они здесь селились. Но дачи были раньше, и это их не касалось. Угу. Вот здесь по нашей же улице, с левой стороны, там есть новый дом, строится. Но там была дача, ее просто разрушили. Больница наша, это тоже была дача. А чья, не знаете? А? Чья, не знаете? Не знаю, не помню. А что еще знаете? А то мы только что там были. Сразу смотрели. Ну вот здесь тоже, здесь же была больница. И вот это, там где у нас спальня, там был кабинет гинеколога. Это тематически, вот налево. Мы даже когда сюда поселились, там была табличка на дверях. Гинеколог. А где она сейчас? Табличка. Дмитрий просто интересуется средними табличками тоже. Не мабыка. Она стеклянная, обычная. Ага, понятно. Ну, думала, что не старинная, нет. Не старинная. Вообще вот здесь вот
на этом крыльце было написано 1963 год. То есть определенная реконструкция здесь была в 63 году, когда поставили водяное отопление. А вы позже сюда приехали? Позже 63-го? Мы здесь живем на сегодняшний день, наверное, 38 лет. И вот это вот за этими колоннами это мы пристроили. Ага, то есть это было просто вот такое веранда? Просто была открытая веранда, ага. Здесь не было ни окон, ничего. Просто мы вставили окна, пристроили вот это. А где? Вот тут она, да, кончалась? Вот тут окно было, получается? Это было окно. А и вот там съел. Было второе окно. Спасибо. Там он сохранился, ну, первозданный. Где? Вот здесь. Ты ходил туда? Вот видишь? Это совсем. Нет, отсюда оно уже не видно. Это оно отсюда видно. Посмотрим, что в этом старинном домике. Ну вот икона. Ну видно, что она очень старая.